Ой, Антон, смотри. Чё? Кружится. Ну, сейчас закружатся и упадут. Ну, Антон, ну смотри, смотри, как он прям за ней бежит, вот прям так любовно. Сейчас догонит и убьет. Антон, Антон, вот смотри. Ты что творишь-то, Ира? Ну, что ты? Ну, это же романтика, Антон. Да ну. Ой, они в траву упали. Смотри. Да ерунда это все. Ну, почему? Ну, вот, ой, мне кажется, а что они там делают, интересно? Антон, а вот ты можешь сделать... Ну, что-нибудь такое. Чё такое? Чё сделать-то надо, Ира? Я не понимаю. Не, ну, Ира, ну хочешь я вон лом согну? Чё ты психуешь? Я же его это, сердечко согну. Какие вы все у меня молодцы! Подготовились к уроку, принесли медицинские инструменты, принадлежности. Ой, молодцы! Все, ой, тонометр. Анечка, умничка, умничка. Вовочка, а это у тебя что такое? Это ингалятор. Молодец. А где ты его взял? У дедушки. У дедушки? И что он тебе на это сказал? Ну чё, за встречку, а? За встречу, давай. Ну, хомяк, ты красавчик, да? Оглядись, на! Это же реально та баня, которую мы с тобой по молодости, это... Полили, да? Слушай, точняк, я и забыл. Да, летит время, брат, летит. У меня сыну, кстати, моему, ну, это... 15 лет. Слушай, так чё грустить-то? Нормально, пацан растет уже 15 лет, он скоро школу закончит. Да, растет такой, знаешь, такой мясистый, такой прямо... Ступил я, брат. Школу-то мы его отдать забыли. Здравия желаю. Здрасте. Старший лейтенант Сидоров. А чего это мы без номерного знака ездим, а? Командир, ну что ты переживаешь-то, а? Номерной знак написан вот на этой бумажке. А, виноват. Счастливого пути. Давай. Интересно. Вот так. Вова. Вова, встань, а. Ну, Вова, ну ты хотя бы брился сегодня. Брился? Ну тогда в следующий раз ближе к бритве стой. Здрасте. Здравствуйте, что вы хотите? А мне это... Пришла пора паспорт поменять. Так, Теплицкий Ларион Дормидонтович. Да, папа прикололся, а потом я над ним прикололся.
Вы были судимы. А за что? Да ну, короче, оказалось, что государство выпускает такие же банкноты, что и я. По коридору на второй этаж, 12-й кабинет. Там вам повезет больше. Спасибо. Ну, давай запрыгивай. Опа. Вов. Че? Принеси водички, а. Ой, стой, и печенюшек захвати. Что, проголодалась уже? Ну иди уже. Мам. Чего, мой хороший? Мам, а как мы произошли на свет? Ну как, нас создал Господь. Вот. А папа сказал, что мы произошли от обезьян. Ну, понимаешь, просто я тебе про своих родственников рассказываю, а он про своих. Хватит? Хватит. Спасибо. Обезьянка ты моя. Чё? Направо. Трюхом. Трюхом. Направо. Налево. Куда? Пойду в тенечке посижу, товарищ прапорщик, пока вы не решите, куда все-таки поворачиваться. Я не понял, ты вызвал или нет? Вызвал. Подожди, так а что они тогда не перезвали? Алло. Женское такси вызывали? Ну да, вызывали. А зачем? Вам ехать или поржать? А нам тупо поржать. Тогда выходите. Уже подъезжает, сейчас будет парковаться. Чего ты сказал? Она сейчас парковаться будет. Да ладно, пошли зырить. Кать, Лен, здорово. А, да, привет, 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 да. Кто такие? Здорово, Лева. Оп! Алоха! Алоха! Без волны плохо! Плохо, брат, очень плохо. Да какая здесь волна? А, вот то ли дело у нас на море. Там такие волны! Ты чё? Знаешь, бывало, со скалы так разбежишься. Поутру и... И... Ба-бах! Ты хотел сказать... Бултых! Но... Когда прилив, тогда бултых. А так... Ба-ба-ка! Вот так вот, брат. Испокон веков на Руси существовало три основных вопроса. Первый. Кто виноват? Второй. Что делать? И третий вопрос. Кто знает, какой третий вопрос? Вовочка. А, ты меня уважаешь? О, Тоха, здорово. Здорово. Ко мне, что ли? Да, к тебе.
Ох, слушай, короче, ты же в этом строительном по магазине там, да, где-то? Ну, да, да. Меня жена послала купить палас, ну, ковер. Вот, может, поможешь мне, а? Где стелить будете? Да в детскую. Ага. Сколько детей у тебя? 6. 6? Да. Ну, в таком случае практичнее будет комнату заасфальтировать. Так я о том же. До свидания, да. Так потому что они приезжают, они не знают, с чем они приезжают, понимаешь? Я говорю, у меня глаз болит. Ну, а что я тебе сделаю? Глаз у него болит. Что ты делал? Что ты ел, в конце концов? Что ты, это, ветер, может, тебя надул там? Знаешь, сейчас же аллергия у всех идет. Это же тоже... Здрасте! Сейчас. Я... Погоди, тут такой субъект пришел. Походу, вообще ничего не видно. Да, вообще нулевой просто. Потрясающий. Погоди, я, походу, свою любовь нашла. Дарья Сергеевна. Здрасте. Угу. А не подскажете, окулист принимает? Принимает? Еще бы. Бухает по-черному. Я тогда не пойду. Сюда не пойду. Так. Кстати, ты знаешь, себя любить надо. Я, короче, недавно себе подарок зафигачил. Вот так. Телевизор такой, огромный, знаешь, так. 3x6, проекционный. 3,5 штуки баксов стоит, ты понимаешь, да? И, короче, сижу, смотрю, а там, значит, все, ну, по красоте. О, и котяра мой прыг, значит, на заднюю панель и... Нагадил просто, понимаешь, вот по периметру на задней панели. Да ты чё? Ремонт на 600 баксов, а? Зверюга. Слушай, так а чё ты его не завалил-то? Кого? Кота. Ты чё, долбанулся, что ли, не? Сам кот штуку баксов стоит, а? Старичок, я так не могу. Я должен признаться. Ну и? Короче, я переспал своей женой. О, как. Ну и? Ну что, и она от меня забеременела. О, как. Ну и? Ну что, теперь мы родственники? Нет. Чё нет? Нет. Чё нет-то? Теперь мы квиты. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваша фирма действительно гарантирует эффективное похудение в короткие сроки? Да, мадам. Вы понимаете, дело в том, что мой муж сделал мне подарок, а я не могу в него влезть. Мы обещаем, что через 2 месяца вы сможете надеть ваше новое платье. Подождите, а кто сказал, что это платье? Мой муж подарил мне машину. Подождите секундочку. Здравствуйте.
Вот, значит, к вопросу об уважении, да? О дружбе. Вот вчера у нашего, значит, Пьера, француза, ну, у круассана нашего любимого, у него, значит, свадьба была. Вот ты что подарил? А, я подарил чайный сервиз на 12 персон. На 12. Он оценит, я знаю. А ты что подарил? Я, знаешь ли, я подарил. Я подарил чайное ситечко на 88 персон. На 88? Да. О май гад. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Что делаешь? Отливаю, что делаю. Ой, Зайка, подожди секундочку сейчас. Тут просто какой-то придурок на мои вопросы отвечает. Да, хорошо. Ну... А ты смотри, а? Это молодец, а? Михалыч! Тари, а? Ваше превосходительство? А? Тари, а? Смотри, как несется, а? Ага, так. А скорость какая? Как учил? Долларов 50. Давай. Ваше благородие. Стоять! Ну что, жизнь-то налаживается? Ага. В смысле, поздравляю, дружище. Помирился же все-таки с женой. Вчера видел, дрова вместе пилили. А, только это не дрова были, а мебель. Налаживается. Ага. Алло, да. Да, здравствуйте. Это классный руководитель 5-го Б? Да. Да, мой сын сегодня не сможет прийти в школу. А кто это говорит? Мой отец. Сидоров. Вовочка. Немедленно в школу. Немедленно. Доктор, вы же доктор? Да. У меня беда. Какая? Я сплю с чужими женами, а мне за это мужья морду бьет. А вот это не смешно. Понимаю. Совет. Годика на два в армию послужить. И там остепениться. Военкомат там.
Фу. Здравствуйте, доктор. Здрасте. Вы меня не узнаете? Нет. Военкомат? Там! Здрасте! Спасибо вам огромное, доктор! Вы дали просто замечательный совет! Да? В смысле, вы сходили, отслужили, остепенились и теперь не спите с чужими женами? Да еще как сплю! Только теперь я одеваюсь за 45 секунд! Извините. Леночка! Доктор, еще раз спасибо огромное! Вот так вот. А че это мы встали? Ха, устали, что ли? А ну, бегом! Марш! Ты, прям. Молодежь надо учить. Это да. Я вот, Михалыч, все хочу тебя спросить. Ты как думаешь, жизнь начинается в момент рождения? Мне кажется, в момент зачатия. Вот это да, ты молодец. Зачатие, да. Но нет. Настоящая жизнь начинается в момент, когда жена с детьми уезжает на дачу. И... Комар. Да. А че ж мы молча бегаем? А ну-ка! Забей! Ой! Три, четыре! Держись, забей! Девять! Девять! Держись, забей! Девять! Девять! Держись, забей! Thank you.